Так, подождите, давай сейчас там мы узнаем, потому что я по времени. Город Канск, самый центр города, уже больше часа идет пожар, здание бывшего магазина Мальва, Скат, недавно появились новые отделы, например, Дон Бутон, очень хороший, красивый магазин, сотрудники пожарной охраны тушат. Здание, оно было деревянное, все, наверное, помнят, оно очень сухое, поэтому горело очень быстро, продолжает это делать. Здесь работают пожарные. Дежурили сотрудники госавтоинспекции, была скорая помощь. Сейчас вот такой вид. Наверняка многие жители города видели. Прямо из раза района, как видно, очень сильно. И до сих пор такой столб дыма стоит. Хорошо, что ветра практически нет. Здесь на месте начальник пожарной охраны. Сейчас он будет давать комментарии для него. Мы тоже послушаем, вот смотрите, как разбирает пожар. Вот как горит сильно. Очень хорошо горит сухое дерево. В 4 часа 26 минут на ЦППС поступило сообщение о загорании Путиного строения по адресу улицы Парижской коммуны. По прибытию первым подразделениями было установлено, что горят 5 помещений первого этажа, распространение на кровлю и распространение по кровле по всей площади здания. В данный момент на пожаре сосредоточены силы и средства Канского гарнизона пожара номер 2, 7 единиц техники и 29 человек личного состава. Пожар локализован, проводятся разборки, проводятся работы по вскрытию, разборке конструкции и пробивке отдельных очагов пожара. Что-то затрудняет тушение пожара? Вот это жидкое здание, да? Оно, наверное, горит и горит. Распространение, такое быстрое распространение по всей площади здания обусловлено наличием пустотных перекрытий и перегородок из деревянной конструкции. Все здание в пятой степени огнестойкости, все конструктивные элементы из дерева, поэтому такое быстрое распространение пожара. Работа звеньев ГДЗ внутри была невозможна, поэтому получили такое распространение. Причина пожара предварительно короткое замыкание электропроводки, ущерб устанавливается. Хозяева не говорят, там не было сторожа, никого. По нашим данным, людей в здании нет. Проверка при принятой подразделении, при первом принятом подразделении, людей в здании нет. У меня все? Все? Спасибо большое. Ну вот видели, да, что во время интервью тут, в принципе, опасно находиться. Упала доска прямо сзади начальника пожарной охраны, да? Прямо. Очень здесь такое опасное место. Работает несколько пожарных расчетов. Тушат со всех сторон здания. Вот подойдем к другому входу. Здесь тоже жарко, можно сказать. Вот это оплавившаяся реклама магазинов, которые здесь располагались. Вот сотрудники пожарной охраны наверх. Смотрит всегда интересно, да, людям, когда что-то происходит. Но тем, кто здесь не находится, можно посоветоваться ходить в наши группы.
подробности смотрите в нашем вечернем выпуске новостей в 19.05. Не забывайте подписываться на наши группы, потому что все самое оперативное именно здесь. Человек спрашивает, где хоть этот Канск. Канск находится в 200 километрах от Красноярска, в Осочне. Интересно, как человек присоединился к нашей трансляции, если он даже не знает, где находится город Канск. Ладно, до связи, оставайтесь с нами, обязательно подписывайтесь на все уведомления, которые будут вам приходить, если вы будете участниками нашей группы.